На территории МБУ «Зеленстрой» на улице Лукина открывается традиционная выставка-продажа тюльпанов. В этом году там можно не только купить цветы, но и устроить фотосессию в оригинальном интерьере. Подробности у нашего корреспондента. В преддверии открытия эти яркие, по-настоящему весенние цветы уже готовы удивлять посетителей обширной гаммой оттенков и ароматов. Луковицы этих тюльпанов посадили еще в октябре. Сначала они хранились в холодильнике при низких температурах. Потом их поместили в более теплое место и постепенно повышали температуру. Каждый этап трудоемкого процесса контролировали агрономы. Теперь тюльпаны переезжают на выставочную площадку. Учитывая, что в этом году здесь в основном представлены голландские сорта, основная тема выставки – Голландия. В этом году представлено более 35 сортов тюльпанов. Появились новые сорта, такие как сорт, например, Армания, Валерий Йеллоу, Валерий Гергиев, также гиацинты и цветущие горшечные культуры – примула, бегония, цикламена. Выставка продажи тюльпанов продлится с 27 февраля по 8 марта и будет работать ежедневно. 27 и 28 февраля с 9 до 18 часов. С 1 по 7 марта с 8 до 19 часов. 8 марта с 8 до 16. Здесь же в Зеленстрое обустроена специальная фотозона, чтобы все желающие могли приобрести букет к Международному женскому дню. Да и просто для поднятия настроения сфотографироваться и полюбоваться красивыми цветами.